Композитор Илья Резник принял окончательное решение, которое его бывшей подруге вряд ли понравится. Пока что Алла Борисовна молчит по поводу случившегося. 73-летнюю Аллу Пугачеву сегодня ошарашили неприятными новостями. Причем сделал это человек, которого Примадонна отечественной эстрады когда-то считала своим близким другом. Готовящийся отметить юбилей композитор Илья Резник раздал песни, которые когда-то исполняла нынешняя супруга Максима Галкина, другим певицам. Как сообщает издание «Прозвест», на праздновании композицию «Звездное лето» исполнит Жасмин, «Старинные часы» Анастасия Спиридонова, «Ты и я», «Мы оба правы» Мариам Мирабова. На прошлом юбилейном концерте выступление Аллы Пугачевой длилось почти час. Но на этот раз она вообще не собирается.